Я не спорю. Но и Пойлосу Ванагусу сейчас сложно. Ему нужно набирать баллы. Татьяна Навка, Повелос Ванагас. Ну, я... Можно сказать, ты. Мы с Ильей и Еленой Станиславовной уговорили Повелоса пойти в другом направлении, чем обычно он идет с разными партнершами. Вот. И взять такую серьезную глобальную музыку. Есть слова. Судьба, храни и под твоей рукою. Да, счастье. Я думала, что вот эта история будет и под твоей рукой. Мне очень нравится музыка. Я не знаю, как Повелосу она, конечно, не нравится, но мне она очень нравится, эта музыка. Повелос хотел со мной танцевать. Дать попу как бы наверх, чтобы голова тоже выше. Нечем уже, да? Таз подавай вперед чуть. Не ногу правую. Смотри. Да, вот таз подавай, да. Вот, да, хорошо. А я сказала, нет, Повелос. Должна с тобой что-то сделать такое, чтобы та-да-да-дам было. Ух ты. Сделаешь? Посмотрим. То есть в каком ракурсе надо остановиться? Вот, вот еще? То есть надо еще... Как? Сейчас, подожди, сейчас. Ну там же конька... Да. Дальше я ложусь, да? Я готов на та-да-да-дам. Нет, не та-да-да-дам надо. Та-да-да-дам. А, то есть именно тут та-да-да-дам. Понимаешь? А вообще вот так вот? А дальше? И ты меня как-то берешь, да, здесь? А вот теперь ты сама? Та-да-дам, нельзя. Та-да-да-дам, 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 там-там. Та-да-да-дам? Нет, смотри, та-да-да-дам, ты танцевала с Машкой Петровой. Канариков. Ну, и канарики-то вообще нельзя трогать, это святое. А я не трогаю, поэтому я и не берусь даже за такое, понимаешь? Подожди. Я такое не потяну. Для меня это вообще, это святое. Судьба, прошу, не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра.
той женщине, которая судьба, прошу, не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра. Что тут скажешь? Татьяна Навка лидер. И не только потому, что она в наших соревнованиях занимает первую строчку в таблице. Она по жизни лидер. И мне, честное слово, захотелось узнать, как Татьяна Навка поет вот после этого номера. Потому что танцует и на льду, и на паркете, на сцене. Она просто блестяще. Как она поет? Но она же музыкальна, наверное, и делает это хорошо. Вообще все, что делает Навка, она делает хорошо. К сожалению, сегодня... Повелос Ванегас в один момент выступления от нее отстал. Раз я заметил, то и судьи заметили. Но снизит ли этой паре оценки за эту ошибку, я сомневаюсь, потому что номер был выполнен на одном дыхании, на высокой скорости. И, собственно, элементы, которые исполняли фигуристы на льду, были непростые.